Нетипично женский прием. 15-летняя спортсменка из Челябинска стала чемпионкой Европы по боксу. Сегодня она вернулась с юниорских соревнований, которые проходили в Болгарии. Что дало ей преимущество над соперницами, расскажет наш корреспондент. Троечку. Прямые удары. Три удара. Еве всего 15, но удар у нее не менее тяжелый, чем у Тайсона. В бокс пришла в 9 лет. Этот спорт любит ее папа. Когда рядом с домом открылась школа по боксу, Ева записалась туда в числе первых. Сейчас девушка – победительница региональных соревнований и призер всероссийских олимпийских надежд. Благодаря последним Ева попала в сборную страны и в ее составе в ноябре улетела в Болгарию на европейское первенство. Провела я два боя. Вот полуфинальный бой, там девочка была уже пошустрее. То, что это первый бой, я еще не продышалась, как бы к рингу не привыкла, к этой обстановке. Полуфинальный бой был тяжелее. Сколько длился бой финальный? Единогласно победила, то есть 3 раунда по 2 минуты. Преимущество мое было именно в передвижении, что девочка была покрупнее и как бы помедленнее. Затем, как Ева билась за европейское золото, ее родные и наставники следили в режиме онлайн. Просто сижу и подсказываю. Ну, потому что каждый день я им давал задание, как, что делать, как работать. Конечно, я волнуюсь, это естественно, тем более это девушка первый раз на международный турнир. Естественно, переживаю. Но я уже прошел много-много всего, поэтому я был уверен, что она выиграет. Золото международных состязаний – это еще и пригласительный на бал чемпионов. Мы ежегодно проводим бал чемпионов, мы всех спортсменов поощряем. Ну, и благодарственными письмами, и грамотами, и денежными вознаграждениями. Если позволит ситуация с распространением коронавируса, бал проведут зимой. После возвращения из Болгарии Ева возьмет паузу на 2 дня, потом вернется к тренировкам. В следующем году ее ждет Кубок наций в Сербии. Мария Минина, Денис Оснач, 31 канал.